Новогоднее застолье некоторых томских адвокатов будет скромным. Больше полугода они не получают выплату за защиту по назначению. Это те случаи, когда обвиняемый не может сам оплатить услуги юриста, и его назначают за счет бюджета. Долги перед некоторыми специалистами превышают 100 тысяч рублей. При этом в областном центре как-то выжить еще можно. Платные адвокатские услуги все-таки востребованы, а вот в районах клиентов практически нет. В Томской области за год полиция привлекала адвокатов по назначению 7 тысяч раз, но рассчитываться с ними не торопится.